Греция предложила Литве помощь в борьбе с нелегальными иммигрантами, проникающими в страну через белорусскую границу. Премьер-министр Кириакос Мицотакис и Ингрида Шимонита встретились в Афинах и призвали Евросоюз вместе работать над разрешением миграционного кризиса. Мы договорились координировать наши позиции во время переговоров о новом Европейском пакте о миграции и убежище. Наша общая цель – справедливая и эффективная общая европейская политика. С января этого года на белорусско-литовской границе задержали почти 2000 нелегальных мигрантов. В 22 раза больше, чем за весь 2020-й. Происходящее связывают с новой политикой белорусских властей. В конце мая Александр Лукашенко заявил, что из-за введенных санкций страна перестанет быть барьером для нелегалов на пути в ЕС. Мы хотим четко заявить, что Литва не коридор и не дорога в Евросоюз. В Швецию, в Германию и в другие страны. Если есть необходимость просить убежища, существует специальная процедура и законные инструменты. Тем временем глава МИДа Ирака Фуад Хусейн на встрече со своим литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом пообещал провести расследование в отношении сетей, занимающихся нелегальной перевозкой людей в Евросоюз. На этой неделе министр иностранных дел Литвы также побывал в Турции и призвал власти сократить количество рейсов из Стамбула в Минск.